эфира. И вы здесь. Спокойной ночи, Сид. Ответь отцу. История о молодом человеке, бывшем в Праге. Обнаружил там тысячи беженцев под угрозой Гитлера. Думали ли о детях и что с ними? Слышал истории обо мне. Работаем, чтобы эвакуировать детей в Британию. Если могу что-то сделать, я должен. Ики, не можем спасти всех. Прости себя. Начал, сэр. Должен закончить. Не подводим этих людей. Что достигли, невероятно. Делаем все возможное. Веришь в обычных людей. Я обычный. Спасти жизнь, спасти мир. Прости, сколько детей? Есть кто-нибудь, кто обязан жизнью Николасу Уинтону?